Когда люди встречаются с тобой, хотят ли они искать Бога? Проверочка номер один. Когда люди встречаются с тобой, они встретились с тобой, ты поговорил с ними, куда они идут? К кому они идут? После встречи с тобой они должны начать искать Бога. Вы слышите? После твоего свидетельства о том, что Бог делает, они должны начать искать Бога. Не тебя, не друзей, не церкви, Бога. Оно должно в их жизни загореться. Почему? Мне так нравится. Почему Бог перед Моисеем? Моисей стоял у горящего куста. И он говорил, как имя тебе. Господь говорит, ну, я есмь. Мы еще доберемся до этого имени. Чуть попозже, не в этой теме. В этом имени такая бомба заложена, что я даже не хочу ее касаться сейчас. То есть я сущий, я сейчас, вот здесь я. Он говорит, ну они не поймут, ну ты есть, окей, есть. Как имя тебе? И он говорит, я Бог Авраама, Исаака и Яков. Почему он называет себя именем человека? Почему Бог говорит, ну моя визитная карточка это Авраам, Исаак и Яков? Вы вообще задумывались когда-нибудь? Я никогда об этом не задумывался, пока меня Бог не привел в это место и ткнул меня. Читай. Окей, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Не понял. Читай еще. А потом мне Дух Святой открывает. Я имею визитную карточку, и на ней написано «Я Бог Андрюхи». Я представляю себя. О, а вы знаете, что это? Я вам уже сказал чуть-чуть. Это говорит о том, что где Бог, там ты. Где ты, там Бог. Вы вообще меня понимаете? Когда к твоему имени пристегнуто его, и к его имени пристегнуто твое, невозможно, чтобы что-то было, чтобы что-то не получалось. Когда ты идешь против меня, угадай, против кого ты идешь. Не опасно ли? Я хочу, чтобы вы меня поняли, просто поняли. Я потихонечку эту мысль развиваю и даю вам понимать, что когда он называется твоим именем, люди говорят, а волос с головы не упадет, упадет. Не упадет только у тех, чьим именем Бог называется. О, ты у него как зеница ока, а почему в твое око всегда дают? И у тебя всегда под оком синий обруч. Да не охраняет Бог то, что ему не принадлежит. Подделку он не охраняет. Перестань заблуждаться и врать самому себе. Ты никто. Познай его, и вот кого он охраняет. Когда он Бог Авраама, Исаака, Иакова, Андрея, Сергея и Вадима, вот что он охраняет. Когда Бог, он Бог Илии, Илия говорит, Бог говорит, даже не переживай, ничего с тобой не случится. Вы понимаете? Когда он называется, когда ты представляешь его настоящим, я представляю его настоящим. Знаете, почему массы проповедников никак не могут вырваться в простор, никак не могут познать, что есть истина? Постоянно в проблемах только по одной причине. Потому что им Бог говорит, как проповедовать, а они боятся потерять имя, популярность, потерять свое какое-то там признание среди там пару овечек. Вы понимаете меня? О, Иисус! Я верю, дорогие мои, что вы сегодня что-то для себя берете. Мы немножко от нашего формата отошли. Бог сегодня мне сказал, поговори обо мне.